Компания Asus представила линейку настольных ПК, оснащенных процессором Intel Core 3-го поколения, которые подойдут широкой категории пользователей, включая энтузиастов технологий. CG8270 позиционируется как мощный мультимедийный компьютер. Модель выделяется оригинальным дизайном. Передняя панель из шлифованного алюминия, логотип с подсветкой, качественное лакокрасочное покрытие по достоинству оценят пользователи с самым изысканным вкусом. Каждая деталь одновременно и красива, и функциональна. Габаритные размеры системного блока 200 на 534 на 461 мм. Масса 10,83 кг. В компьютере присутствует оптический привод Blu-ray и картридер формата 16:1. Коммуникационный набор включает в себя 6 разъемов USB 2.0, 4 USB 3.0 для обеспечения более быстрого обмена данными с периферийными устройствами, DVI и DSAP, HDMI, аудиопорты 8-канальной звуковой карты Realtek ALC-892 с поддержкой объемного звука. Благодаря функции IQ2 через порт USB можно заряжать внешние устройства, такие как смартфоны, планшетные ПК и видеокамеры, даже когда компьютер выключен. Asus CG8270 порадует пользователей не только дизайном, но и производительностью. Благодаря процессору Intel Core 3-го поколения с поддержкой технологии Turbo Boost 2.0 и графической подсистеме с поддержкой DirectX 11, компьютер способен обеспечить высокую скорость в любых мультимедийных приложениях. Объем оперативной памяти стандарта DDR3-1600 составляет 2 ГБ с возможностью увеличения до 16 ГБ. Asus UEFI BIOS имеет графический интерфейс и представляет возможность использовать жесткие диски объемом более 2,2 ТБ в 64-битных операционных системах. А наличие дискового интерфейса SATA 6 обеспечит ощутимый прирост скорости доступа к данным. Специальный контроллер Asus Energy Processing Unit позволяет снизить общее энергопотребление на 40% по сравнению с обычными компьютерами. Интеллектуальная система охлаждения QFAN автоматически изменяет скорость работы процессорного вентилятора в соответствии с уровнем загрузки системы, чтобы обеспечить оптимальный баланс между эффективностью охлаждения и акустическим комфортом. Пользователям данного компьютера бесплатно предоставляется 3 ГБ дискового пространства на онлайн-сервисе Asus Web Storage. Стилизованные устройства периферии, клавиатура и мышь стали уже закономерным дополнением к комплектации десктопов от компании Asus. Помимо этого, в комплект поставки входит программный пакет Asus Music Maker, который позволит даже неопытным пользователям создавать и редактировать музыкальные файлы. Созданные аудиодорожки можно микшировать с существующим аудио- или видеоконтентом, а затем загружать в интернет. Подведем итог. Дизайн Asus CG8270 не оставит никого равнодушным, а его производительность превзойдет любые ожидания.